Всем привет! Я сегодня хотел рассказать о недавно приобретенных мною очках. Это очки компании Gunner. Очень интересная модель, называется FPS. Линзы которых специально были разработаны для снижения прохождения синего света, который напрягает наши глаза при длительной работе за компьютером или другими мобильными устройствами. Вот, собственно, как бы внутри находилась такая коробочка. В ней находится памятка компании Gunner и матерчатый чехол для очков с логотипом компании Razer. Дизайнерское решение, которое принимали при создании данной модели. Данный чехол можно использовать также и для очистки линз очков от грязи и пыли. Вот, собственно, как бы вот сами очки. Как вы видите, линзы данных очков выглядят таким желтым янтарным цветом. Собственно, как бы это и позволяет данным очкам снижать излучение синего света при прохождении через линзу и позволяет видеть более контрастно и четко текст изображения на компьютере либо на мобильных устройствах, что, собственно, как бы меньше напрягает ваши глаза и позволяет более длительно использовать компьютер либо мобильное устройство без значительного напряжения глаз. То есть как бы у вас не будет продолжительное время каких-то болевых ощущений в глазах. Собственно, как бы что можно сказать еще об этих очках, я, наверное, не могу особо вам рассказать, потому как я не являюсь каким-то великим специалистом в данной области, поэтому я решил, собственно, как бы показать очки и дать какую-то информацию об этой модели. Модель называется FPS. Это новая модель, которая появилась недавно в продаже, поэтому если вас это интересует, вы можете найти данную информацию на сайте производителя компании Gunner и на сайте компании Razer. Собственно, спасибо тем, кто посмотрел мое видео. Если вам нравится, оставьте лайки. Если вам не нравится, ставьте дизлайки. Собственно, как бы на этом все. Спасибо за внимание.